Традиция ставить и украшать елки зародилась в Германии около 500 лет назад. Теперь редко какой Новый год обходится без зеленой красавицы. Но если раньше для того, чтобы порадовать домочадцев, приходилось брать топор и идти в лес, то сейчас достаточно просто прийти на елочный базар и купить себе украшения по вкусу и по карману. Последняя неделя перед Новым годом – время традиционной суматохи, выбора подарков и ожидания чуда. Главное украшение праздника – ель – анапчане выбирают придирчиво, благо выбрать и есть из чего. Елочный базар в станице Анапской около Вечного огня уже работает в штатном режиме, без выходных, и предлагает широкий выбор елок на самый взыскательный вкус. У нас один из крупнейших рынков в Анапском районе. У нас более сотни елок, выбор очень большой, то есть от маленьких до высоких, пушистые, красивые елки, можем выбрать на любой вкус. То есть у нас есть Дед Мороз со Снегурочкой, которые радуют наших посетителей и веселят. Понравившуюся елку мы также можем доставить по адресу за приемлемую цену. За зелеными красавицами стоит доброе сердце. Часть выручки от продажи елок пойдет на благотворительность. Инициативу поддержал глава Анапского сельского округа Валерий Шутилков. При содействии главы Анапского сельского округа мы проводим акцию. Часть вырученных средств от продажи елок мы отправляем в детский дом поселок Юровка. Анапчане многообразие новогодних красавиц уже оценили. Вера Никифорова с мужем обошли весь рынок и приобрели елку именно здесь. Привлекла выгодная цена, дешевле, чем на городских базарах. Да и качество радует. Говорят, ставят елку каждый год, но в Анапе впервые. Мы здесь будем в этом году, конечно, на этой земле, в этом краю первый раз отмечать Новый год. Мы приехали с Дальнего Востока. Как признается Вера, по снегу они с мужем не скучают. Это не самое главное. Главное, чтобы было хорошо вокруг, чтобы были хорошие соседи, хорошие люди. Поэтому нам здесь хорошо, нас хорошо встретили, нам здесь уютно. Спасибо. На елочном базаре у Вечного огня на приобретенную ель сразу бесплатно можно установить крестовину, а также упаковать. Развлекают горожан Деды Морозы и Снегурочки, которых, к слову, можно заказать и на свой праздник. В программе также аквагрим, огненное шоу и многое другое. Всех жителей города-курорта Анапа и гостей города-курорта Анапа поздравляем с новогодними праздниками. Приглашаем, приходите, выбирайте самое главное украшение праздника – елочку. Приходите и выбирайте, будем очень рады.